А сейчас стихотворение «Сюрприз», «Интрига вечера», это тоже становится традицией. Я приглашаю на сцену артиста Оренбургского драматического театра Данила Сайфуллина. Я прочитаю стихи автора, который пожелал остаться неизвестным, но он здесь присутствует, в этом зале. Первое стихотворение, просьба. Проснулся на рассвете, скорее почувствовал, чем услышал за окном едва уловимый шум первых капель дождя. Далеким страхом заклокотал гром, блеснуло с переливом зарево синей молнии. Дождь приближался, роняя крупные тяжелые дождинки. Большие капли смелее застучали в окно. Захотелось выйти на свежий воздух. Ветер уже утихал. Дождь, словно почувствовал свободу, начал лить приступами, стекая сплошными струйками с крыши дома. С характерным звуком повсюду летели и стучали крупные капли, выразительно барабанили по крыше, превращаясь в туманное покрывало, зависая, словно пушинки-паутинки оренбургского пухового платка. Дождь усиливался, шелестел и шептал, как волны, будто читая молитву любви, унесенную ветром в небо из сна любимый. То в одном, то в другом месте одобрительно протяжно бормотал гром, внятно ухая раз за разом. Да, я слушал протяжный плёк дождевых струй с восторгом, даже блаженством, выделяя с пухом знакомое потрескивание и легкое возмущение дубовых полей в костре. И действительно, в груди горел огонек, уютно шевелился теплый комочек. Он показался мне маленьким щенком, который, прижавшись к матери вслепую, тыкался нежно в живот. Шевелился просто потому, что в нем есть жизнь, и он знает, кому, кто ему эту жизнь подарил. И почему-то хочется прижаться поближе, стать частью родного сердца. Продолжая шептать молитву, дождь, словно воплощение рук мамы, ласкал и умывал каждый листочек, каждый цветок, каждую травинку, дарил им влагу, а значит жизнь. Я поднял руки и почувствовал, что капли спешат с небес ко мне благодатным откровением. Теплые струи щедро ласкали меня, как и все живое на земле. Яркая вспышка ослепила на миг. И почти сразу, прямо над головой, накрыл спич громового «Да-да-да-да!». Несколько капель попало в глаза. Но это был не дождь. Это душа. Принимали излияние неба, откликнулись. Это были слезы. Слезы счастья, что живой, что люблю. Стеной по улице идет пустынь, мерцают фонари, цветные струи узорами полны, а капли по стеклу росинками танцуя текут слезой забытой тенью женщины, идущего под зонтом мужчины. Обнимающий за плечи рыцарь сердца, рядом с ней глядит в лицо влюбленно нежно. Она, слегка прильнув к груди доверчивой гривы, что между ними там? Искра любви еще происходила. Она в глаза смотрела, гладила, шептала, а может, боль души своей скрывая утешала. Вдруг небо снизошло покорностью прилива. Он страстно целовал глаза, и губы, и виски. Она желала губ горячих, ненасытных зной. И сердце громкий стук, и сладкий плен нетерпеливых рук, теряя силы, дождь, цветущий ветви, в потоках слез метался над зонтом. Шептались капли радугу и нежных. Открыл глаза, привиделось все сном. И долго день был безутешен. Дождем холодным бесконечно лил. Поймет меня, кто сам безгрешен,
Кто свято сердце не любил? Если вам понравились эти два произведения, я прошу вас поддержать скромно и спасибо вам за это. Разные два поэта? Нет, я так поняла, что... Значит, мне две... Первый стих. Поднимите руки, кому понравился. Да, пожалуйста, автор, выходите сюда. Вот, да, он сказал, что он забыл. Вот, так что, Сергей Иванович у нас второй раз выступает в качестве поэта здесь. Сергей Иванович Жданов. Прошу, любите Жданов, его же очень многие любят. Будет чего? Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником. Я желаю, чтобы вас любили мужчины. И чтобы прежде, чем они дарили вам цветы, они дарили вам вазы. С праздником! Хочу лишь вас, чтобы вы